Еще раз доброго дня моим друзьям. Гуси мои обслужены, с вами свой уголок. Вот у меня задача на мастерской сегодня — довести вот это блюдце до ума. Хочу еще более его шлифануть. Листок до ума. И вот это вчерашнее блюдо, оно пройдено 240-й наждачной бумагой. Но хочется вот этой 400-й, сейчас поменяю кружок этот и попробую 400-й, покажу, как получится. Шлифовочку я закончил этих блюд. Вот этого маслом пролил и вот этого. Масла, наверное, много. Это вчерашнее. Оно зеркалит и блестит сухое. Здесь как не полировал, красного цвета вот в этом вот блюдечке не достиг. Ну ничего, сейчас я, видимо, другая ветка, либо другой сук, или вообще другая черешня. А вот здесь проявляется цвет. Вот в этом блюде проявляется цвет. Сейчас, секундочку, а была вот такая деревяха просто. Все, я показывал. Получилось вот такое блюдо. Здесь я ставлю свой знак. Игорь Рассошенко. Все. Втираю масло, пусть сохнет. А вот на глазах, видите, как вот масло раз и впитывается сразу же, буквально на глазах впитывается в древесину. Так, и это все впитывается сразу. Сейчас пропитаю хорошенько с двух сторон и покажу. Одной рукой неудобно.